Ahoj, mé jméno je Rodnis a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Metro Last Light Redux, kde jsme naposledy skončili, si myslím, že by to bylo divadlo. Ano, divadlo, tam, kde jsme naposledy skončili a utíkali před hrozivou tlupou hlídačů, tak tam se dneska objevíme. Nicméně pokračujeme, nebudeme zdržovat, samozřejmě, s chutí do příběhu. Снова выручили друг друга и обратно в метро спускаемся уже с паянным тандемом. В пустошах иначе не выжить. Но теперь впереди обитаемая станция, театральная. Отсюда до полиса рукой подать. Если Паша сможет провести меня через блокпосты красной линии, я буду у своих уже через час. Так, маме тут диварло, конечно, парада. Извиняйте. Время такое, сами понимаете. Нам сейчас на подъем. Стражи много? Еле ушли. В доме гнездо, у самолета. Кто-то мне сон сегодня снился. Мерзкий такой. Ну, что называется, сон в руку. Да. Втроем идти смысла нет. Да, гнездо. Ale klíč, paráda. Tak co, odměňujete? Tak jo, konzumujeme. Artem, náš šanc přiobšit se k kultuře. Nad námi velký teatr. Kdo z artistů živ, vše tu. A jeho představení, ze všeho metro národ je. Vidno, fašisti k vojně gotoví. Haha, pěkný. Jak je tak? Stolik let žili, a teď my urody? Jak je tak? Kolik raz takové už bylo? No, proč? Почему именно мы? А расклад у нас такой. Соседняя станция, площадь революции, наша, красная. Ясно. От нее до полиса два шага. Я договорюсь, тебя пропустим. Мигом у своих будешь. Это вас только что сообщили? Как же вы жить? Да, нас. Отлично, проходите. В общем, Артем, ты погуляй тут пока. Станция интереснейшая. Я со своими переговорю и найду тебя. Ясно. Добро пожаловать. Так же я отдыхаю. Отдохнуть. Вала, книжка. Парада. Tak máme tady poznámku jedna. Ubožuje. Můžete si přečíst. A my pokračujeme dále teda. Nicméně já... Podajte poslednímu teatrálnímu kritiku. Podajte, kdo skolko může. Co, mladý člověk? Klunuli na moju ostroumnou tabličku, a? В этом подземелье каждый нашел себе место. Убийцы и шлюхи, тираны, воры, торгаши – все отлично себя чувствуют. Даже некоторые скверные актеры. А я оказался никому не нужен. Никому. Все мы дышим трухой большого. Эта станция перенаселена призраками оперы. И что? Есть тут место лучшему критику сгинувшей страны? Черта с два. А почему? Никто не любит правды. Я говорю, вы позорите имя Большого театра. Они мне теперь Большой, это мы. Им не нужны критики. Им не нужно искусство. Им нужны только бабки. А эти несчастные, которые едут со всего метро в Большой театр, не понимают даже, как их обманывают. Искусство, молодой человек. Говорят, это удел сытых. Но нужно оно и голодным. Когда думаешь о возвышенном, голодные спазмы немного отпускают. Правда, никакого искусства уже 20 лет как нет. Поэтому проблема голода актуальна для меня как никогда. Подайте еще один патрончик, а? Так же ему, как учите. Спасибо. Значит, есть он еще правду. Люди в этом он мире. Правду. Oni si to bohužel tady neuvědomujou, ale my se tam asi nalejt, nebo ne, ale vždycky se jdu nalejt, ale dneska na mě kašlou, aspoň nebudu chlamta. Ale tohle je pěkný. A nejvíc se mi líbí právě tohleto. To je úplně něco úžasného, když si tady hrajou s tím světlem. Takže to dali tady do metra, to je úplně super.
Костя, что нет, случилось? Нет, он взлетает только. Витя. Папа говорит, он только на взлете так сильно крыльями машет. Мы уже обратно шли. А папа видел много. Тогда мы можем соподелить на книжки. Метр 25, 23 а 24. Takže kdo si je nečet, já jsem si ten nečet, ale určitě budu stát za to. Tak tady si můžem klidně ty, munici a všechno, můžem to prodat, ne, doufám, teda. Jo, tak my si je prodáme, protože stejně záhám vůbec nejsou k ničemu. A můžem vyrazit teda dál, takže já se nechci zdržovat. Hele, další máme poznámku, tady můžete podívat na dvojku. Tak. A my budeme čekat teda tady, asi ne. Nebo co se bude dít? Asi pro nás přijde, viď? Jo, už je tam máme. Už sem jde. Jebe mi tady VIP před váma, viď? Jo, máme před váma VIP. Paráda. Куда? А билеты? Да-да, конечно, проходите. Ладно, Станиславский, если хочешь, посмотри тут, я тебя у гримерки подожду. Так его подъявно соучите, ага. Пока. Трошку умění нам не ушкодí, не? Так се подъяваме, седнем си и бем кукап. Ale nelez mi do toho, vole. Co tady děláš? Je neselně. To je úplná party, tyjo. To je party všeho. Ještě se podíváme na jednu scénu. A pak to ukončíme a jdem. Nemůžeme se tady zdržovat přece s tím. Ještě neviděla. Nesrovněnna. Не знаю даже, как теперь сравнительно остальным артистам производить впечатление на публику. Впрочем, думаю, они справятся. Переходим к следующему номеру нашей потрясающей программы. Этот человек презрел опасность, бросил вызов природе, ухватил бога нового мира за бороду и в очередной раз доказал, что человек – венец творения. Поприветствуем нашего великого дрессировщика. Чека нас прител природы. С его ручным. Займави. Ужасом нашего города. Так укаш. О, хлидач. Пекни. Оп! Я кому сказал? Оп! Ах ты скотина тупая! Оп! Так ты займай. Ты куда? На ней куда, скотина тупая? Что у тебя? Приобщился к искусству? Ладно, пошли. Já jsem jeho vník umění, to víš, ty jo. Tam mají úplně nejvíc VIP nahoře. Ой, Павел Игоревич, а что это вы так редко заходите? Разлюбили нас? Ну как можно, Лев? Работа просто заела. На днях ждите. Je mě štve, že sám sebe nevidím, protože ale svým způsobem to dává tomu metru právě tu originalitu na tom, že vy sami sebe neuvidíte ani neuslyšíte, protože Artyom za celou dobu není vidět a za celou dobu není ani slyšet. Takže je to masakr všech masakrů, protože to dává na tom tu největší identitu tady té hře. Pojďme se požrat, jo? Ну так видишь, мне там не дали, так ты тогда испонжу новый. Вроде идти уже надо, но давай гульнем, раз живы остались. Я угощаю.
Так его. Прошу, две фирменных, специально для вас из старого запаса. На старого О, это года. Дело! Специально. Давай, Артём, вздрогнем! Ух, хорошо пошла. Ай, вообще хорошо здесь, но дома лучше. Знаешь, мне по всему метро лазать приходится. Ну и наслушаешься всякого про красную линию. Дескать, неплохо у нас, и жрать нечего, и расстреливают всех подряд почем зря, и анекдот не рассказать сразу вяжут, и строим все ходим. Стоп, давай-ка еще по одной. Давай, Артём. Так вот, ну да. У нас строго, да, без бардака. Одна партия, один руководитель. Ну да, идеология там, все дела. Ну и что? Порядок зато. У всех еды одинаково, нет богачей и нищих. Сколько надо для жизни, столько и получаешь. Да еще по одной. Ну, за равенство. Давайте. А, о чем это? Вот это займовик. Ты посмотри, как окраинные станции живут. Живут друг друга, это... детей своих в рабство продают. Где-то каменный век уже начался. Если человека самому себе предоставить, он до зверя в два счета скатится. Нужен порядок, нужен. В это и верю. Сдохнем мы в метро без порядка. Перегрызем друг другу глотки и вся недолго. Так что ты как хочешь, а я красный. Красным и помру. Так что давай, за порядок. Давай, Артём, давай! До дна, до дна! Ну вот и хорошо. Не серчай, Артём. Работа у меня такая, красную линию защищать. А ты, мушкетёр, сейчас по чужую сторону баррикад. Бойцы, оформите товарища. Есть, товарищ майор. Слушаюсь. Да, да, ты уведомишь, не знаю, сбил. С возвращением, товарищ майор. Вольно. Так, пекна зарада. То сме поделали. Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего. Мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Так, ты пекный. Значне се мění děj a uvidíme, co se stane dál. Když já vím, co se stane Пошел! Dál, ale nebudem to tu spojlumat. Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось. Слушай, Артём, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел! Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артём. И мы к ней готовились. У нас сила. Спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артём. Доверенное лицо мельника. Они вместе нашли Д-6
И потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артём. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Ну, то навин. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты Черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Надставить... Все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Вторичный приступ. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д6. На! Молчишь? Молчай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет. Сучёныш, власти без крови не бывает. Бывает. Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты, стоять, ты... я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Также стойно, или бы им поведел, что хочу, так бы место не застрелили, также ничего им повидать не будем. Я не был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете. Vlastně první, jako první setkali s Отправляйся se mnýma. Отправляйся на с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с Черным что делать? Да, Черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и... И рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Мы нас и слышали нечто, что мы не могли слышать. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Так, парада, супер.
Podívám se, jestli tady není nějaká poznámečka. By se hodila, co? Asi není. Tak padáme, hele, dík. No, udači. Ty krása, teď se budem plazit tady. Tudy a uvidíme, co se tu najde. To je pěkný. Tak tenhle díl moc nehrajem, co? Ale myslím si, že to nevadí. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава? А информацию упустил. Проклятый бесец. Талибен Вислиха, такой потихонечку. И Ганза. И даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим. А война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, я и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права! Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его... безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Пекный, ну. Так мы се дозвідели то, что мы právě хотели. А увидим, что се дозвіме далее. Новый удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления не встретит сопротивление. Под костелем до катакомб. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Лесницкий вы паркант. Знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии. Paráda. Tak, tady ukončím díl. Mějte se hezky a zatím ahoj, uvidíme se příště.